Здравствуйте. Тут комрады обратились на Красном ТВ с просьбой расскажить, Олег, о том, чем ты занимаешься. Тут были лекции по Донскому побоищу, по битве при Молоде, по ориентализации, по численности армий средневековых. Ну и подумалось мне, что стоит рассказать о том, правда, чем я занимаюсь и что нельзя подчеркнуть из интернета. Более того, качество роликов, которые стали появляться в последнее время в сети, меня стали огорчать. Ну, специалисты рассказывают обо всем и зачастую не разбираясь глубоко в теме. И путают простые вещи, смешивают, получается какой-то оксюморон. Мой цикл бесед я хотел назвать «Вооружение стрельцов Московского государства». Потом подумал, нет, все-таки не стрельцов. Ну, там будут про боеприпас, про оружие, про то, как стреляли, как тактически все это применялось, в каких сражениях, как все это эволюционировало. Подумал, да нет, были еще пещерники до этого. Придумал название «Вооружение пехоты Московского государства». Ну, в общем, дело перестало клеиться. Как-то Михаил Щербаков исполнил песню 17-го года, задумал я жениться в 17-м году. Там слова такие были, а дело не клеится, невесты то не найду. Вот и у меня оно перестало клеиться, потому что уж больно меня слово «пехота» стало смущать. Слово-то само по себе такое, известное. Ну как, когда мы характеризуем род войск, который производит военные действия, уничтожает силу противника на ногах стоя, а не на танках или не в танках или не на лошадях, то как бы это и есть пехота. Пешим способом, пешим строем. Однако слово-то оно довольно позднее. Хотя, если задуматься, слово оно очень древнее. В качестве обозначения пехоты в древнерусских летописях часто употребляется слово «пешцы». Но это еще не пехота. Знаем мы слово «пещальники», «стрельцы», «рядовые казаки», «городские казаки», «городские стрельцы». Терминов мы знаем много. А вот «солдаты». А вот чтобы вот «пехотинец», «пехота» – слово довольно позднее. Стал я думать, как бы вам назвать этот ролик, да и оставил этот цикл лекций, и, вернее, даже не лекция, а беседа, да и решил оставить его так, как есть. Но вместо того, чтобы рассказывать сегодня о боеприпасе стрельцов, о том, как его делали, как стреляли, какая была эффективность из этого оружия, какие были замки оружейные, как делались стволы, как отливались пули, решил я в первом выпуске поговорить действительно о пехоте. И почему такое вот название я и оставляю. А почему? Да потому что слово больно интересное. Если мы возьмем корень «пех», он прославянский. «Пеш», «пех». Мы все привыкли говорить слово «пешком». Не задумываемся, что слово «пеш», ну, собственно, «пеший», оно имеет еще и окончание другое, а именно «пех», «пехотинец», «пехом». Да? Как идет? «Пехом пошел». Вот. Сам корень вот такой. А вот «ота». Дело в том, что словообразовательная эта единица «ота», оно встречается в русском языке довольно часто. Но мы никогда не вкладываем какой-то такой особый смысл в него. А если в нем разобраться, то мы, может быть, и о нашем оружии это больше начнем понимать. Дело в том, что это, собственно, существительная пехота. Да? Но образовано оно от прилагательного, определенного набора слов, которые, ну, допустим, пехота или, допустим, беднота, или мелкота, да? Эти слова, они очень близки. А в чем они близки? Прежде всего тем, что фактически они отражают некую социальную характеристику, социальную группу, характеризующуюся, по большому счету, социальным каким-то свойством. Или каким-то любым свойством, весоразмерным, способом перемещения, как в случае с пехотой. Но еще очень важный момент, который упускают люди, которые рассуждают о военной истории. Дело в том, что образующее вот это слово «ота» здесь имеет стилистически сниженную характеристику. Ну, что это означает? Говоря, переводя на такой простой язык, это
ну, когда есть некий литературный язык, да, а вот посреди некого литературного образования, вот, допустим, инфантерия, да, люди вдруг употребляют что-то такое грубое, ну, не хочу сейчас эти слова употреблять, но неважно, вот это вот стилистическое снижение. Зачем понадобилось в русском языке стилистически обозначать людей, перемещающихся пешим строем, а еще и группу людей военных, по большому счету, не только тех, которые ходят пешком, хотя пехота или пехота, тут дело в том, что в разных мелкота, да, в разных губерниях окончание делалось на разные гласные. И вот само по себе вот это вот снижение, оно много что нам может рассказать. Появиться оно могло в тот период, когда к самому пешему перемещению относились с неким пренебрежением. А когда могло это образоваться? Ну, давайте посмотрим, сначала мы отвлечемся и вообще посмотрим на пехоту. Вот можно ли сказать, что викинги – это пехота? С одной стороны, да, безусловно, викинги – это пехота. С другой стороны, какая же она пехота? Перемещаются они на кораблях. Слово вообще происходит от вращателей весел, да? Сражаются они пешим строем, но, знаете, иногда даже, как только осваивал лошадей, садилась на лошадей. Но преимущественный строй, стена, да, сражались пешим способом. Но можно ли их назвать пехотой? Конечно, с моей точки зрения, нет. Почему? Потому что это, по большому счету, очень абстрагированное выделение рода войск, когда еще все находилось в неком смешанном состоянии. Вообще, пехотой можно называть только те формирования, когда появляется конница. Собственно, появление родов войск и дает слову пехоту особый смысл. А так, вполне себе можно себе нарисовать картину. Едет какой-нибудь боярин или дружинник, и идут гурьбой крестьяне. Он вполне к себе мог к ним обратиться. Ну-ка, пехота, подвинься. Ну, то есть, характеристика людей, идущих пешим способом, да? Кстати, мы много можем других слов узнать, и о них я говорю скажу попозже. Но вот это вот отношение, некое стилистическое снижение, лежит в корне того самого прилагательного, которое образовало вот это существительное, пехота. Понятно. Теперь вернемся дальше. Ведь само по себе образование такое, как пехота, оно, как я уже сказал, довольно абстрактное классификационное определение. Если мы возьмем эпоху родовой демократии, да, там все практически были у нас пехотинцы. Хотя они не могли себя называть пехотинцами, они просто были воинами. Они были представители. Возьмем индейцев. Вот они кто, пехотинцы все? Если они, допустим, все вышли пешим образом еще до появления, так сказать, кавалерии у себя, там, я сейчас не прерию беру, вот они сражаются между собой, да, напали на... Они что, пехотинцы? Нет, конечно. Само по себе, как я уже сказал, это абстрактное выделение определенной категории людей, сражающихся пешим строем. А если у вас еще это в неком смешанном, синкретичном состоянии находится, называть их пехотой нельзя. То есть мы для себя определили, что все-таки пехота, как явление, появляется в эпоху, когда есть еще другие войска. До этого это просто воины. Тут еще один очень маленький момент. Если мы возьмем период, допустим, 15-16 веков, то воями в русском языке называли прежде всего представители поместного дворянства. То есть это конные воины, прежде всего конные воины. Других людей не называли воинами. Этот факт надо хорошенько себе запомнить. Еще один момент. Если мы посмотрим на тех самых пехотинцев, которые начинают появляться в Западной Европе, или хотя бы даже людей, сражающихся пешим строем в древнем мире, или тех же викингов, или тех же индейцев, то мы всегда заметим, что у них появляется тут же под этот пеший способ сражения, у них появляется характерный тип вооружения. Если мы возьмем Западную Европу, то мы заметим целый спектр вооружений. Если мы возьмем Московскую Русь, ну как только появляются более или менее фиксируемые пешие формирования, а не те, которые слезли с коня и вынуждены сражаться, как драгуны пешим строем, да, а у них появляются характерные типы вооружений. Ну, бердыши, пищали. У них появляются
Ну, допустим, если мы возьмем пехоту нового строя, у них появляются характерные кирасы, пешие, которые кавалеристы не носили, у них появляются пики длинные. В эпоху рыцарских войн появляются такие шлемы, как шапель, да, ну, с полями шлем. То есть появляется комплекс защитного и наступательного вооружения, который именно характерен для пехоты. И, собственно, их и можно было бы назвать пехотой. Но если у вас существует некое смешанное состояние, сегодня я пехотинец, завтра я на коня сел, поехал, да, то, собственно, говорить о пехоте не стоит. Я уже упомянул термин «пешцы», который встречается в древнерусских летописях. Но ведь в Западной Европе вполне себе существует термин «инфант». От этого, кстати, слова произошло «инфантерия». Корень «инфант» – это, ну, по большому счету, дети, мелкота. Кстати, мелкота, обратите внимание, то же самое окончание, как пехота, да? Тут у кого-то может ударение смущать, но на самом деле ударение довольно плавающий показатель и во временном, и в географическом срезе. Так вот, если мы возьмем слово «пеший», пешие войска, это еще не пехота, то есть они могли спешиться, слово «пешиться», да? А пехота фактически, прежде всего, характеризуется, появление пехоты, специфическим видом вооружения, это раз, специфическим способом его употребления, это два, и три, это фактически определенный социальный статус. Он имеет свою эволюцию, генезис, и участие, и свою роль на поле боя или, допустим, при осадном сидении. В любом случае для себя мы выяснили две вещи. Первое. Мы отмечаем в русском языке некое синтетическое снижение в слове, да, пехота. Это определенный функционал в виде пеший, который характеризует некую группу людей. Третье. Они должны обладать характерным набором вооружения и способов его не только наступательного, но и защитного. Могут обладать, могут не обладать. И они еще к тому же обладают характерной тактикой. Вот эти три, явления характеризуют ту самую пехоту, о которой я буду рассказывать. При этом, если мы начнем говорить о московском государстве, собственно, ни стрельцов, ни пещальников, ни городовых казаков пехоты не называли. Их называли стрельцами, пещальниками, то есть по функционалу. Так же, как мушкетеры. Их тоже особо пехотой не называли, хотя термин «инфант», «инфантерия», он западноевропейский. Я уже сказал, это некие юнцы. От слова «инфант», «инфанте». Оно прижилось везде, во французском, испанском, итальянском, в английском. И даже в немецком, хотя в немецком для определения пехоты существует свое слово, очень близкое к нашему, это «фусфолк», то есть «пеший народ», «пешие люди», что очень, насколько оно окрашивает в немецком языке в уничижительных тонах само это явление, судить трудно. Но даже в нашем языке, там, Великую Отечественную войну вспоминая, все мы слышали вот некое пренебрежительное отношение, если кавалеристы проезжают, казаки те же мимо пехоты. Эй, пехота, артиллеристы те же, или танкисты, или летчики, или, тем более моряки в 17-м году. Пехота это всегда обладала неким снисходительным для других родов войск отношением. И, по всей видимости, неспроста. Мы упустили этот момент, сам генезис происхождения этого слова. Я уже сказал, что инфантерия – слово от неких юнцов, но не были ли они юнцами? Совершенно нет. Надо вспомнить традиционное общество. Когда тот или иной князь, допустим, даже если он был младше, но он по социальному или феодальному статусу занимал более верхний пост, он относился к, даже если это был его дядя, как к младшему брату. То есть вполне себе и Вашкой тот становился, понимаете? Некое уничижительное определение. Для традиционного общества это вполне себе характерно. И поэтому слово «пехота», как вот это обладающее свойствами синтетического снижения в русском языке, не должно нас смущать. Этот момент очень часто упускается, хотя мы все о нем знаем. И то же самое в Западной Европе. Вот вам инфанты, инфантерия.
Да, в русском языке, когда во время Петра стали вносить это слово «инфантерия» в обиход, и, собственно, полковник от инфантерии, генерал от инфантерии, ну, это, скажем так, тот самый уровень литературного языка. Да, он западноевропейского происхождения, но все мы знаем, что он к нам не прижился. Но, тем не менее, мы слышим на слуху, да, полковника от инфантерии. А как же офицеры обращались к солдатам? Вы знаете, все мы играем в шахматную игру, и мы вспоминаем слово «пешка». Оно такое как бы унижительное, уничижительное, но пешка может стать королевой. Но, тем не менее, пешка, опять же, это то же самое происхождение от прославянских корней, характеризующих то же самое, что и пехота. И, собственно, пеший, пешка, это пешцы, это характеристика очень такая вот сверху вниз. И возникнуть она могла, когда уже кавалерия, как основной род войск, рыцарская, дворянская, помещичья, она уже стала королевой, так сказать, ратных полей. Некое прикладное значение пехоты, не играющее основную роль, стало... Именно в это время зарождается та пехота, которую мы знаем, и о которой я буду рассказывать. Не путать ее с пехотинцами, легионерами римских армий, не путать ее с фалангитами македонских армий или, допустим, римской демократии, и тем более не путать с викингами. Это совсем другая история. Это история и наш язык во многом, то, как мы это характеризуем. Это эпоха, когда фактически кавалерия доминировала и была главным и единственным, зачастую в общественном сознании, способом войны на ратных полях. А все эти инфанты, дети, маленькие, несмышленные, небывальцы, как часто описывается это в русских летописях, небывальцы, ну то есть некая мелкота, да? Вот эти все термины, они очень стоят в одном ряду. И когда мы пытаемся теперь говорить о вооружении пехоты московского государства, я должен сказать, что по большому счету, собственно, зарождение пехоты стоит говорить с археологической точки зрения тогда, именно пехоты как выделившегося, более сложного явления в военной машине, тогда, когда появляется свой тип вооружения, своя тактика, на фоне другой тактики, на фоне кавалерии. То есть фактически пехота, с моей точки зрения, в узком смысле слова, без кавалерии просто быть не может. А все вот эти вот ранние, античные, древние пешие формирования, которые существовали еще до появления кавалерии, они, по большому счету, были просто воинами. Воинами того или иного полиса, того или иного племени, того или иного, так сказать, территориального образования. Но еще, собственно, пехотой они не являлись. И опять же, я повторяю, спешенную кавалерию называть пехотой, по большому счету, тоже нельзя. В следующих беседах я попытаюсь рассмотреть такое явление, как огнестрельное оружие. И... На прощание я бы хотел маленький экскурс в слове «раб». Казалось бы, какая связь между... Мы уже и так, как могли, уничижили пехоту. Ну, это в кавычках, вы понимаете. Но когда слово «инфантерия» вошло в обиход русского общества, то мало кто стал замечать, что постепенно его... Не станут же русские офицеры обращаться к своим рядовым со словом «инфанты». Они же будут обращаться к каким-то другим словом. Ну, например, «пешцы». Да? Но оно не прижилось. «Пешки» не прижилось. А какое слово прижилось? Тут можно было, конечно, викторину разыграть. Но я вам скажу, ребята, кто читал, кто смотрел качественные фильмы, исторические романы, документы, то все вы знаете, что обращение таких русских офицеров к своим рядовым очень часто называлось «ребята». Вообще слово «ребята» происходит от «ребенок». Казалось бы, это что-то унижительное в этом есть. И правда есть. Правда, она немножко эволюционировала к этому времени. А слово «ребенок» от слова «раб», «роб», «робя»,
Да, вот все вы слышали слово робя. Некое такое, опять же, снижающее вот это синтактическое значение. Робя, за мной идем. От слова роб, раб, раба. Ребенком вообще не называли в русских семьях своих детей. Ну, называли, но это очень редкий случай. В основном это либо маленький раб, прислужник, либо приемный ребенок. И, собственно, от этого слова происходит то, что мы знаем, обращение к тем самым солдатам. Ну, то есть маленький, небывалец, ребенок, зависимое некое существо. Опять же, тот же самый уничижительный корень к обычным рядовым, и не обязательно рядовым, но не относящимся к офицерскому составу, которые когда-то были по некой исторической памяти теми самыми помещиками, поместными дворянами, которые штурмовали Казань, брали Астрахань, воевали в ливонских походах, а потом освобождали восточную часть, то есть освобождали Украину от Речи Посполитой. А с появлением, собственно, пехотных формирований, полков нового строя, петровских преобразований, слово «ребенок» пускает, то есть «ребята» пускает корень, и офицеры русские, чтобы не называть инфантами своих подчиненных, стали их называть «ребята». Поэтому, когда мы употребляем это слово, мы должны понимать, что не грех, собственно, обратиться к тому, кто к вам обращается со словом «командир». Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Следующая наша беседа будет посвящена огнестрельному оружию, боеприпасу, способу его применения. До свидания.